съемку прекратите снимать. На основании? На основании приказа. Пошел нахуй. Пошел, понял, услышал. Ублюдок, понятно. Добрый вечер. Добрый. У меня к вам обращение, можете представиться? Старший лейтенант полиции, блин, говорите, пожалуйста, побыстрее. А не подскажете, вот чем обусловлено то, что огорожена территория таким образом? Парковка отделена от тротуара или это какое-то мероприятие? Мероприятие. Мероприятие? Да. Понятно. А вот транспортное средство красного стоит около остановки, оно не нарушает правила дорожного движения? Нарушает? Что, не понял? Нарушает. Нарушает? Да. А вообще вот на этом участке можно двигаться, нет, по тротуару вдоль туда, вдоль остановки и парковаться? Сотрудник полиции, мы с вами разговариваем. Мне пока некогда с вами. Я понял. Какие меры будут приняты? Какие меры приняты будут к красному автомобилю? Будут приняты. Вот, значит, какое-то мероприятие. И по этой причине, видимо, они огородили. Ну, по сути, сделано неплохо, если это будет на постоянной основе, потому что реально парковка, если это парковка, как можно назвать, хотя знаков никаких нет, она отделена от тротуара. Ну, хотя, вот смотрите, какая ситуация, идут люди по тротуару, и тут же, получается, двигаются транспортные средства. Нормально это или нет, я вот не знаю. Я считаю, что нет. Вот люди не знают даже, как им пройти. Что, не понял? Телефоном отойдите, говорю. Куда отойти? В сторону. Отошел. Вы парковщик, да, Бразин? А? Какие меры-то, какие меры-то будут приняты? Видеосъемку здесь. Вот произведите где-нибудь в сторонке. А почему я здесь не могу находиться? Потому что это много вопросов задаете. И не по делу. У меня к вам обращение, Бразин. По поводу красного автомобиля, который припаркован, будет какие-то меры предпринимать? А? Вы меня хорошо слышали? Я вас слышал. Слышали? Да. Я вам сказал, будем. Какие меры? Да вы ничего не делаете. Будем. Вы же бездействуете в данный момент. Вы свою точку зрения оставьте при себе, не надо мне ее выговаривать. И не мешайте производить мне службу, несение службы. Чего мешаю вам я? Вопросы много ходите, задаете. Я имею право вопрос вам задать? Имеете? Ну, значит, я их задаю. Не раз имею. Не надо за мной ходить туда. А как должен к вам обратиться, не ходя за вами? Идите, пожалуйста. Красный автомобиль, я напоминаю вам. Сотрудник полиции. Жалобу он вас ставит очередную или что? Вызовите эвакуатор и все, эвакуируйте. Дело 10 минут. Вы почему мне указываете, что мне делать? А почему не могу вам указывать? Почему указываете? А почему не могу вам указывать? Видеосъемку прекратите снимать. На основании? На основании приказа. Какого? Приказа? 4-го, да. И что написано там? Бразген, не позорьтесь, а. Отойдите. Куда мне отойти, Бразген? Кошмар, что творится, смотрите. Приказа. Бразгин, у нас, видимо, телека. Телека пересмотрел, что ли, Бразгин? На основании приказа, говорит. Не, видеосъемка запрещена. Вот это да. Ну, короче, смотрите, не знаю, здесь мероприятие или нет, по крайней мере, никаких вывесок на дворце Гагарина нет, проходит там что-то, какое-то мероприятие.
Но тем не менее сотрудник ДПС мне сказал, что якобы здесь мероприятие, и по этой причине все огорожено вот таким образом. Ну, я считаю, что, конечно, намного лучше, чем было раньше, потому что раньше здесь вообще было движение хаотичное, скажем. Все двигались и вот по тротуару, и парковались, где хотели. Вот в ЗАГС инспектор машина припарковалась, вот там черная Шкода. Ну, сотрудник полиции опять бездействует. Шкода черная припарковалась на тротуаре. Инспектор Брызгин. Можете меры принять? Водитель находится на месте. Черная Шкода стоит. Водитель находится на месте, полицейский. Сотрудник полиции, у меня к вам обращение. Примите, пожалуйста. Сотрудник полиции, у меня к вам обращение. Примите, пожалуйста, обращение. Сотрудник полиции, вы меня слышите, нет? Автомобиль Шкода, номер отсюда не вижу, вот черная стоит, стоит на тротуаре. Можете меры принять? Водитель находится. Да примите, водитель приму. Находится на месте. А что мешает вам сейчас принять меры, полицейский? Сотрудник полиции, машина стоит на тротуаре. О, пошел в развалочку, смотрите, а. Ой. Вот это у нас инспектор Брызгин. Ссылки на этого инспектора в видео будет. А, ушел уже, видите, как хорошо. Вот. Ссылки будут в описании к ролику. Надо подать жалобу на сотрудника полиции. Он жалуется, наверное, меня уже полицейским. Так, водитель появился. Сотрудник полиции пошел. Как ему это не хочется делать, а с каким он недовольствием воспринимает все такие вот обращения. Ну, посмотрим, что будет дальше. Так, документы взял. О, смотри, при нем прямо. При нем прямо, вот видите, машина поехала. Но Брызгин, наверное, не видел. Он реально был. Спиной стоял. А может и видел. Все сняли? Конечно, все. А, видимо, Брызгин на меня нажаловался. Кстати, при вас, вроде полиции, машина проехала по тротуару. Вот в ту сторону проехала. Митсубиси белая. Не видели? Сотрудник полиции не видели, да? Нет, не видел. Очень жаль. Прямо по тротуару проехала, отсюда вот прямо до конца. А может машину-то переставить вот сюда, а точно никто не будет нарушать. Где стоял лимузин. Мне кажется, идеальное место. Ну, Брызгин не особо разговорчивый. Поэтому будет сейчас всячески меня игнорировать. Сотрудник полиции, у меня еще одно обращение. Та машина белая, по которой я говорил, она вот стоит буквально в 20 метрах от нас. Водители на месте, там габариты горят. Можем до нее дойти? У меня есть видео, подтверждающее факт правонарушения, если что. Если он будет отрицать. Идите, пожалуйста. А я не на дороге, это тротуар. Ну так машина едет. И что дальше? Что под машину-то кидаться? Я не кидаюсь, я стою. Кидается такая целенаправленно, кидается под машину, а я стою с вами разговариваю. Обращение вы примите мое, нет?
Белая Мазда, которую я говорил, вот у нас стоит. Можем до нее дойти? Вон габариты у нее включены, значит, он на месте. Полное неуважение. Может, ко мне лично, а может быть, и у него ко всем такое. Сотрудник полиции, вы поговорили по телефону, да, не отвлекаю вас? Я делал обращение по факту правонарушения. Как заявитель имею право знать, как мое обращение было принято, рассмотрено или нет. По факту транспорт... Вы заявление написать или что? Я устно подал заявление, мне право устно подать. Устно? Да, я устно подал же. Будут меры приняты, я вам сказал же. А какие меры приняты, если вы подошли к водителю и никаких документов не взяли, он к вам не подошел, ничего не оформляете? А какие водители туда? А, нет водителя, что ли, в белой нет машине? Никого. А, нет? Как никого? Там пассажир есть, по-моему. Что, пассажиру привлекать? Не, вы сказали, нет никого. Пассажир-то ведь есть там? Водителя имею в виду. А, понятно. Сейчас ждем водителя, да? Конечно. Понятно, спасибо. Снимать-то можно или нельзя? Сотрудник полиции. А? Можно или нельзя, скажите, пожалуйста. Вы в сторонке стойте, не мешайте мне. Не, спросил, просто вы мне запрещали, я хочу уточнить, вдруг это 19.3 будет. Я вам запретил, потому что вы мне мешаете. В смысле, чем мешаю? Я делал обращение. Не, подождите секундочку, чем мешаю? Я сделал по поводу трех автомобилей сделал обращение. Что здесь обращение? А я что мешаю тогда? Вы ходите за мной. Ну, конечно, я хочу знать, как вы реагируете на мои обращения. Я реагирую. Вы в сторонке встаньте и стойте. Снимайте, производите свою видеосъемку. Мне мешать только не надо. Эвакуатор-то вызвали, нет? Вызвали. Отлично. Алло. Вон машина поехала, сотрудник полиции. Если что, у меня видео есть. Могу предоставить. И вот на примере этого белого автомобиля я могу сказать, что вот такая ситуация здесь происходит ежедневно. Вот смотрите. Люди идут с колясками, с детьми, и транспортное средство двигается по тротуару. Ну вот сотрудник полиции слово свое сдержал. Скорее всего, это все было под воздействием того, что я это фиксирую. Может быть, в другой ситуации такого и не произошло. Девушка, куда вы едете? Смотрите, даже не понимает. Я уже 25 лет сюда заезжаю, по сути, все нормально, ничего нет. 25 лет заезжаю сюда. Чувствую, там полицейский говорит, что вот тут этот гражданин сделал заявление. Вариантов нет, надо оформляться. Бабушка собирает копеечки у нас. Где вы здесь тротуар увидели? Где вы здесь увидели знак, что сюда заезжать нельзя? Какой вам знак нужен? Какой знак? Кирпич повешать или еще что? Кирпич? Вот туда человек заезжает, направо ему можно, да? А мне налево нельзя? Почему? Если есть. Я где тротуар? Где тротуар? Где тут здесь отсюда тротуар? Как вы думаете? Почему вы тебе знак, что сюда въехать нельзя? Я сюда 30 лет заезжаю. Вот это кто? Вот почему ему можно? А выезжать можно, а заезжать нельзя, что ли? Не-не-не, стоп! Чувак! Что за ерунда-то, а? А ты-то что меня снимаешь? Нельзя. Меня? Да. Нет. Почему нельзя? А с какого хрена? В общественном месте находимся. Ты что? Имею право снимать. Ты дал меня право снимать? А мне не надо такое право. Я сейчас тебе расхерачу твою линзу. А, линзу расхерачишь? Да. Понятно.
Пошел нахуй. Пошел, понял, услышал. Ублюдок, понятно. Вот так вот. Сейчас заявление оставлю на вас. Сотрудник полиции, у меня будет заявление. Выражался нецензурной бранью и меня оскорблял. Примите, пожалуйста, заявление. Письменным видео. Почему? Почему меня снимать? Меня-то почему снимать? Имею право снимать. Нет, вот ты имеешь право снимать. Вот я снимай. Имею право. Я нахожусь в общественном месте. И что? Сотрудник полиции, примите заявление от меня. Зачем меня снимаешь? Я снимаю всех снимать? Вокруг. Вы ко мне обращаетесь, вас снимаю. Не обращайтесь зачем? Ко мне. Зачем? Но имею право. Я не имею права. Вот их снимать. Ну, сделайте обращение полицейскому. Почему вы меня снимаете? Вы меня можете снимать? Вот это. Уважаемый. Заявление оставьте. Он может меня снимать? Или нет? Я ему запретил, он меня все равно снимает. Я запрещаю меня снимать на камеру. Понятно, все, я вас слышал. Да, не надо снимать. Надо убрать телефон. Слушайте, я прекрасно знаю, что я имею право, что не имею права. Подайте меня в суд. В суде разберемся, имею право или нет. Слушайте, господа, вы не понимаете, что вы неправильно сейчас поступаете? Где здесь пешеходный телефон, где здесь пешеходная дорожка или что-то? Вы ПДД изучали, нет, молодой человек? Вы-то кто такой? Я гражданин, я пешеход. Чьи права вы нарушаете? Я с вами не разговариваю. А, понятно. Хорошо, ладно. Я просто возмущен, господа. Почему я тут не могу ездить? Почему я вчера не смог ездить, а сегодня нет? Вы сегодня вот этой штучкой затянули и все? Я здесь ничего не... Вы вчера не имели права здесь ездить. Слушайте, идите отсюда, уважаемый. Я заявление ставлю на вас. Я вас абсолютно... Я понял, не слушайте. Я понял, хорошо. Не надо тут со мной разговаривать. Ну просто печати ПДД, и вам с тобой будет ясно. Разговоры. На кого? На него? С моих слов запишите, я продиктую. Роликов ты смотрелся в интернете? Себя увидите. Регион 159, заходите. Буквально сегодня же, а может завтра. Я тоже все. Отлично, тоже, отлично. Я не против. Я не против, пожалуйста. Кто заявление примет? Сотрудник полиции. Вот люди не понимают, почему нельзя по тротуару ездить. Представляете? Человеку нужно объяснять, почему нельзя ездить по тротуару. Давайте тогда уже, если оформляете, то оформляйте, что время пройдет. Я не знаю, что такое протокол непостановления. Что такое протокол? То есть меня вызовут куда-то? Если постановление, то что? Ну, давайте так можно. Ну, конечно. Санёж. Хватит, может быть, уже. Нет, сука, может. Я знаю, что хватит, что нет. На будущее, если не согласны, составляется протокол. Если согласны, постановление. Чтоб вы знали. Сотрудник полиции, внимание обратите. А куда он едет, а? В чем вопрос-то, девушка? А? В чем вопрос? Вы зачем снимаете? Имею право. Вот чуть не наехала на девушку. Вон дети стоят. А вот такие умники катаются.
Сотрудник полиции напоминает, что у меня будет жалоба на данного гражданина. Да, за хулиганство, да. Я прошу данные вы установите сейчас, да? Я правильно понимаю? У вас будет, да, фамилия, отчество? А, ну все, в материале будет. Ну, сейчас секунду. Зачем? Просто. Зачем? Знаю я таких уже. Выключал, а потом... Нет. Я могу отвернуть. Если сильно нужно, я извинюсь. Если хочешь писать, пиши. Больше вопросов. Понятно. На камеру извинитесь, тогда не буду писать. Давай, ладно. Извини, был неправ. Все, спасибо. Больше так не будете делать? По тротуару ездить? И людей оскорблять? А оскорблять не буду, а как ездил, так и буду ездить. Так и будет ездить, да? А что делать? Я тут живу уже 45 лет. Так я тоже тут живу. Где? В Арсе Гагарина? Ну, согласно ПДД, это место отделено возвышением и бордюрным камнем. А зачем въезд сделан? Я подал уже по этому поводу обращение. Въезд сделан, скорее всего, для вот этой гостиницы. Когда гостиница строилась, раньше въезда, по-моему, не было. Для гостиницы он этот въезд, вот на ту парковку. Там места обозначены, есть парковочные места. То, что здесь происходит, это беспредел. Просто вы на моих глазах заехали вот, ну, со въезда и полностью протянули по тротуару. Ходят люди, вот у вас тоже, наверное, есть дети, да, жена, мама. Я каждый день вот так, каждый день сюда заезжаю, ровно так каждый день вот так вот здесь и проезжаю, потому что там всегда есть места. Нельзя ездить, ну, сами, вот, внимание, обратите, смотрите, ходят люди с детьми, с колясками, хорошо, а хорошо, вы пролетаете, ну... Хорошо, не, я не пролетаю, я езжу, ну, 2 имейте... километра в час. Ну, хорошо, ладно, понял. Хорошо, а нельзя сделать следующим образом? Так как все это отделили, я заехал, и мне сказать, извините, но здесь ездить больше нельзя. Люди ездили 20 лет, и все нормально было, да? Больше здесь ездить нельзя. Не нарушайте, пожалуйста, мы вас не будем наказывать. Но... Вас как зовут? Больше Сергей. Сергей, меня больше, зовут Илья. Вот смотрите, сюда ездить вы сами сказали на камеру, что как ездят, так и буду ездить. Поэтому вот, вот такие предупреждения такого рода, они вообще никакой роли не играют. Одно дело предупреждение получить от полиции, а другое дело от общественного деятеля, правильно? Такого-то. Чтобы я подошел, вам сказал, что замечание такое сделал? Я имею в виду, да, если ко мне подойдет кто-то и скажет, кто-то, не ездить здесь больше. Я... Да вы знаете, ответил. Я вам сделал замечание, вы меня послали... Вы сами помните куда. Да, в том-то и все, да, и дело. Да. Одно дело от полиции получить предупреждение, и ты больше сюда не поедешь. Нет, я моей логики не понимаю. То есть вам оскорбительно от меня слушать такие или что? Ну, я просто прекрасно понимаю, что просто прохожий мне ничего не сделал. Я как ездил, так и буду ездить правильно. Другое дело, мне сказали, больше не езди, а то накажу. Все, никто больше и не поедет. А зачем с первого дня наказывать? Ну там штраф 500 рублей. Да какая 20 разница, дней. Дело-то не в штрафе сейчас. Ну вы же нарушили, вы сами прекрасно понимаете. Ну вы нарушили. Все верно. Был бы здесь знак, что сюда нельзя ездить. Зачем знак? Такого знака нет. По ПДД. Вы откроете, что такое тротуар? Это отделенное от прежней части бордюрным или газоном, или возвышением. Что, вот все это все тротуар? Конечно, площадь. А почему тогда вы стоите-то не штрафуют, которые могут отвечать? Ну, не знаю почему. При мне штрафовали некоторых. Они не могут справиться. Ключевое слово-то, не знаю. Не знаю почему. Знаю. Должны, но не знаю. Это бездействие. Сами что я понимаю, что неправильно. Неправильно. И наказывать сейчас неправильно. Потому что не люди... Вас правильно, считаю, привлекают. Вот те, кто здесь проезжают, возможно, они еще могут обосновать. Есть въезд, едут сюда на гостиницу. Как бы они не едут по тротуару. Так это же тротуар. Вот это ведь тротуар, но и тоже... все по нему едут. Но почему согласен, там можно ехать, согласен, а вот тут ехать нельзя. И тут нельзя, и там нельзя. Так почему тогда? Ну вот такая, выборочность полицейского, понимаете? Вот он так выбирает. Можете сделать, может, когда будет разбор. Что за пломб? Кто вы сказали? А что это такое? У меня? А вы не знаете, что это такое? Вот еще один, видите, начинает оскорблять, как-то пытается меня унизить. Потому что на самом деле раздражает это. А, раздражает? Да. Ну, что делать-то? Ты считаешь, что вот тут вот это вот не грубое нарушение? Грубое. А я проехал в 10 метрах, это не грубое нарушение. Слушай, был бы я полицейский, я бы тоже не привлекал. Но я не полицейский, понимаете? И поэтому я обращаю внимание только на самые грубые нарушения, как только ваши. Вот и все. Это плохо, как пойти сейчас? Ну как, давайте подниму он, добрались. Сотрудник полиции, у меня заявления не будет, мы наш конфликт регулировали. Я вас понял. Угу. Да. Всего хорошего. Не нарушай. Вы тоже. Надо пристегнуться еще. Надо пристегнуться. Ну, отчасти водитель прав.
здесь тоже творится. Все вроде двигаются, а считаю, тоже нарушаю правила дорожного движения.